Особенный сын Татьяны, Арнгольц, ошарашил всю Россию. Звезда сериала «Кухня» актер Марк Богатырев поделился с подписчиками радостной новостью. Его жена, актриса Татьяна Арнгольц, подарила ему сына. Сын родился, Богатырев Данила Маркович. «В доме счастья, добрый путь», написал артист в Инстаграм. При этом фото с малышом, которого счастливый папа держит на руках, Марк опубликовал в день рождения жены. Татьяне и ее сестре-близняшке Ольге сегодня исполнилось 39 лет. Девушки родились с разницей в 20 минут, а их дети с разницей в 20 дней, чему очень удивились подписчики. Ольга тоже родила сына, которого назвали Львом.